Шабар шалом, дорогие! Бог благ во всякое время! Сегодня замечательный день, чтобы прославлять Его. Знаете, многие, как и я, те, кто вырос в среде протестантской, в среде а, последователей Ишуа там, в Галуте, а, как правило, в эти моменты, в эти а, книги, в которых мы находимся сейчас, левит, числа. Мы их проматывали быстро, потому что, ну что там читать? Ну жертвы, 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 люди, люди, люди. А, раз так промотали. Но это то же самое Писание. Это то же самое Писание, написанное к нам. И в нем есть много того, что мы можем для себя почерпнуть. Глава Мицара, и вот эти вещи, о которых мы читаем здесь в Левит, опять-таки из-за перевода мы попали в неловкую ситуацию. Мы видим, здесь говорится о какой-то проказе. Но всякий, кто так или иначе знаком с медициной, понимает, что по описанию этой хвори, ну, доктор Хаус, наверное, бы зашел в тупик, потому что непонятно, что это за болезнь, и явно не проказа, потому что мы можем прочитать здесь такие вещи, что и дом даже поражается этой болезнью. И это не соответствует ни болезни Хоттерна, ни каким другим заболеваниям, которые вот сегодня в нашем мире существуют. Это нечто иное, нечто имеющее гораздо более глубокую природу. Какую природу? Да и вообще давайте задумаемся. А говорит ли здесь Писание о том, как лечить некую болезнь? Или мы вот сегодня все ученые тому, что такое карантин. И мы все с вами знаем, что в беду, там, ну или как по-русски в карантин, вот в одиночную камеру в одиночное заключение нас могут отправить сразу по прилету из-за границы чтобы мы отсиделись там две недели откисли чтобы никого не заразили не дай бог и мы все вот этим пропитаны и я здесь общался с людьми которые вот в этом бедуде бедут это на иврите вот от одиночества да от, от того что человек один должен быть такая вот как бы одиночный карантин и у нас здесь многие люди через это прошли по закону. Каждый, кто приезжает, возвращается в Израиль из-за границы, он обязан отправиться вот в такую посиделку. И эти люди, они рассказывают, вроде бы сначала хорошо, ты оказываешься в отеле, в этом отеле тебя кормят, тебя поят, тебе там оказывают какие-то услуги, но ты не можешь выйти из стен комнаты. Ты там один. Ну, или с семьей, если ты Семьей. И когда здесь Писание описывает, то оно не описывает лечение болезни. Оно описывает вот, вот этот самый процесс, как сберечь общество от влияния этой мицеры. И э, самое главное наказание, которое мы видим здесь, одиночество. Мы видим, что такой человек, если он заболел, Писание говорит, застан. Застан для того, чтобы не повлияло это гниение, этот распад не повлиял на остальных. Мы сегодня можем представить себе, что такое наказание одиночеством. Но тогда это было еще худше, еще больше. Сегодня мы включаем наши телефоны, включаем интересный сериальчик на телевизоре, пытаемся себя развлечь, отвлечь, много интересных книжек. Там человек оставался один на один с пустыней, с жесткими условиями жизни и, скорее всего, со смертью. Потому что Писание говорит, что от этой болезни никто не получал исцеления, кроме как чудесное исцеление от Господа. И в контексте всего этого ты смотришь и ты понимаешь, что суть вообще не в болезни. Суть в том, насколько человек имеет взаимоотношения с Господом и с обществом вокруг себя. Вот о чем нам говорит книга Левит. Она говорит о том, что те люди, которые по какой-то причине, а вы знаете, что Мицера имела определенные причины, это и язык дурной, это и какие-то поступки, которые человек делал, нам трудно сегодня понять, но для нас болезнь это что-то, что передается, инфекция, бактерии. Мы читаем и можем сказать, вот наивные евреи в те времена были. Они не знали просто про микроорганизмы какие-то, и поэтому вот они так. Но мы видим, что нет, это что-то другое, болезненное. Все иное, все не такое, как мы привыкли сегодня видеть в учебниках по медицине. И Нарушение взаимоотношений с Господом ⁇ это и было главное наказание, это была главная проблема и это была главная беда. То, к чему призвано все Писание, оно призвано вернуть взаимоотношения на место. И поражает дом. Вы видели какую-нибудь болезнь, которая поражает дом? Представьте, мой дом заболел гриппом. Но есть какие-то болезни, которые могут просто на поверхностях накапливаться. Но вот так, чтобы поедался буквально дом. Ну, возможно, грибки какие-то, вы скажете, да, какие-то еще вещи. Но я думаю, что здесь за этим лежит не просто физические какие-то понятия, а лежит определенный духовный смысл, тоже, помимо прочего. А духовный смысл в чем? Что... Поражается не только наш организм, а мы можем распространять вокруг себя вот это гниение. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что потом человек становится нечист, дом становится нечист, еще что-то становится нечисто. И я хотел бы провести параллель. Я понимаю, некоторые скажут, ну ты натягиваешь просто какие-то метафоры свои, но я верю, что Писание многогранное. И что здесь есть определенный смысл для нас с вами в чем? Что духовные, духовные вещи, которые мы делаем в нашей жизни, связи, которые у нас есть в нашей жизни, они влияют на что-то вокруг нас. Сегодня мы смотрим на Европу и видим, что там уже далеко не те страны, которые когда-то следовали за Ишуа. Все мы знаем анекдот, Хочу поехать в Париж, и даже так хочу сильно поехать в Париж, что даже начал учить арабский. Мы мы живем в таком мире, где многие вещи настолько сильно уже поразили не только общество, но физическую природу, физическое окружение. Сегодня, когда мы говорим о каких-то минишинствах, о каких-то вот этих вещах, о каких-то толерантностях, то это все, мы уже понимаем, что это неотъемлемая часть общества, неотъемлемая часть вот этой среды, в которой мы обитаем. И вы знаете, что? Она поражена. И давайте откроем Левит 14, 3 стих. 14 глава Левит. «И сказал Господь Маше, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику». И дальше, интересно, «священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелится от болезни, прокажения и так далее, и так далее, священник выйдет из стана». Священник рискует собой, по сути. Но мы знаем, что он с Господом, да? И мы верим, что мы с вами сегодня имеем вот это поручение священников. Это помазание священников, это ответственность священников. Но если мы утверждаем, что Господь живет в нас, если мы утверждаем, что мы идем за Ним, и это слово, мы смотрим, исполняется в жизни Иешуа. Когда Ешо приходит, и он идет к прокаженным, он идет к мытарям, он идет к грешникам, и более того, он говорит, что эти люди быстрее войдут в Царство Божие, чем те, которые называют себя столпами религиозного общества. Потому что они искренне жаждут. Потому что прокаженный понимает, что альтернатива этому – одиночество. Одиночество от Бога одиночество от социума и бесславная гибель в пустыне. Но священник выйдет из стана. Сегодня священники, мы с вами, закушались, мягко говоря. Мы хотим, чтобы приходили к нам. Мы делаем какие-то яркие шоу, яркие программы, и мы ждем, что люди придут на огонек. Но Писание говорит выйти из стана многие как говорят сегодня популярно выйти из комфортных условий нет я не говорю выйти из комфортных условий но иногда мы должны снять корону и чистую одежду одеться в рабочие ботинки и пойти туда где не хочется находиться пойти туда где неудобно где некомфортно выйти за стан для того, чтобы помочь, протянуть руку, поддержать и дать шанс человеку восстановить взаимоотношения с Господом. Читая все эти вещи о болезнях, о проказах, мы все больше и больше понимаем, что ценность для людей того времени это были взаимоотношения с Господом. Это было то, чтобы находиться в обществе Господнем. А это ли сегодня ценность у нас с вами? Ценим ли мы ту возможность, что у нас есть, приходить быть э, друг с другом в сообществе людей, следующих за Ишо? Или же нам все равно? Сегодня мы сами добровольно уходим в это положение за Станом. Нам удобнее включить телевизор, посмотреть какого-нибудь телепроповедника. Нам удобнее включить интернет, особенно в записи, и просмотреть на ускоренном режиме, умножить на два всю проповедь, и иногда даже пролистнуть, потому что мы все все знаем, мы все умные, нам хорошо с самими собой наедине. Но послушайте, с самими с собой наедине не получится. Интересный факт: когда ученики ходили за Ишо вот что бы мы сегодня спросили Ешо, если бы он физически присутствовал здесь в теле, и мы бы могли бы задать ему любой вопрос, зная, что вот он скоро уйдет, но потом вернется, как он говорил. Наверное, бы мы спросили, Ешо, а я-то буду с тобой там, на небесах? Возьми меня, слушай, вот он я, хороший парень. Ни в чем не виноват, никому зла не сделал. Давай, бери меня, я, ну, может, друга моего еще. Помните, как мать сыновей Зеведеевых? Говорит, вот мои ребята, такие классные. Пусть они там протекцию делают, хорошая еврейская мама. И э, никто из учеников почему-то не говорит о личном спасении для себя. Но что они спрашивают каждый раз, раз от раза? А будет ли спасение Израилю? А будет ли спасение нашему стану? А будет ли спасение тому, тому? сообществу, в котором я нахожусь. Почему они так говорят? Да что такое, что им безразлично насчет самих себя? Они вот как коммунистическое этой вот общине 1900 какого-то года, где мы жили, когда там, да неважно, нам, нам денег не надо, работу давай. Нет, просто они мыслят другими категориями. Они понимают, что мы часть чего-то большего. Они понимают, что мы часть некоего плана, и мы неотъемлемая и нужная часть. Мы не просто серый такой осколок какой-то безвкусной вазы, который выброшен в мусорник. Мы необходимая часть мозаики. Но знаете, что в самой великолепной мозаике, самая прекрасная золотая часть, она ничего не стоит без картины в целом нужна картина в целом. Нужно спасение всего стана. И если человек выдворяется вон из стана, то это значит, что не только он получает проблему. Представьте себе, что заболел проказой единственный хороший обувщик или пекарь, или еще кто-то. Ну ладно, манна, ладно, одежда не снашивается. Но ну, предположим гипотетически ситуацию потом, вот они из пустыни вышли, и вот случилось, приключилось такое. И этого человека надо выгнать за стан. И мы понимаем, вроде бы этот человек жив еще, но мы уже не можем пользоваться теми вещами, которые он делал, которыми он служил нам. И это и его трагедия, и наша трагедия. Иногда мы какие-то вещи с легкостью выкидываем, вышвыриваем из общин, не понимая, что вышвыривая эти вещи, мы также вышвыриваем и все хорошее, что они приносили. Мы спешим выкинуть за стан нашей жизни некоторые принципиальные вещи, на которых мы можем что-то построить, не подумав. Я затронул много каких-то вещей, я думаю, что мы, можно об этом еще думать более глубоко, но мне не хочется брать больше времени, но, но мы, к чему я хочу призвать? Я хочу призвать к тому, чтобы первое мы думали не только о себе, а думали о нашей роли в стане, в том месте, куда Господь призывает нас. Я имею в виду не только тело Господне глобально, но и по местную общину, в которой мы находимся, в которой Господь дал нам возможность служить. Сегодня уже открываются двери, сегодня уже многие из вас могут вернуться в здания физические общин, но главное же не здание, вы можете вернуться в общение, вы можете вернуться к тому, что вы делали, вы можете вернуться к тому служению, которое вы несли с еще большей, силы. И этим не стоит брезговать, за этим нужно стремиться. Это то, что дает нам единение с Божьим станом. Следующее. Давайте смотреть, осматривать себя. Я так, когда читал эти стихи в Левите, то я задумывался, ну вот человек, вот он увидел на себе болячку. Что его вообще побуждало идти к священнику? Он же мог втихаря пересидеть где-то, да? И не пойти, не сдаться властям, сказать, а я такой, я не верю ни в какие карантины, я буду сидеть со всем обществом, где хочу, и заражать других. Нет, мы должны видеть проблему и понимать ее. Но когда мы ее увидели, когда мы ее поняли, мы должны прийти и представить эту проблему. Знаете, многие проблемы мы не хотим представлять. Как есть такие, такая болезнь, не буду рассказывать, какая, смешной анекдот был такой, не себе посмотреть, не другим показать. Так вот, есть такие болезни, не себе посмотреть, не другим показать. Но духовные болезни мы не можем таить в себе. Они рано или поздно выплывают. Поэтому мы можем прийти и принести ее в первую очередь Господу, мы можем ее принести нашим братьям и сестрам, только не тем, которые разместят это на табличке «Информируем» <свят> вот где-то на бордах Фейсбука, а которые помолятся вместе с вами, поддержат вас. Вы можете прийти к вашим лидерам домашних групп, вы можете прийти к вашим пастырям, вы можете в конце концов просто поделиться с близкими и станет легче. Возможно, вы найдете выход в вашей ситуации. Господь даст вам этот выход. Нам не нужно бежать... Это не, не, нет приговора к смерти. И, и дальше, третье, последнее. Это как священники. Мы обязаны выходить за стан иногда. Мы обязаны идти туда, где нам может быть не сильно, комфортно и хорошо, для того, чтобы принести туда Божий свет и изменить обстановку. Но идти туда надо не с желанием отсечь, а с желанием восстановить. Помните, как Писание говорит о Ишо, трости надломленные не переломит, льна курящегося не загасит. Нам нужно этому учиться нам нужно быть такими людьми. И когда сегодня весь мир бушует, миру, поверьте, очень нужен островок любви. Миру нужно то место, где они почувствуют себя принятыми. И поверьте, ни одного такого места в мире нет, кроме общины Божьей. Ни один Дом культуры, ни одна политическая партия, ни одно социальное объединение не заменит нас с вами, дорогие друзья. Нам жизненно необходимо быть тем станом, к которому хотят присоединиться другие. Когда Маше выводил людей из Египта, вы помните, что за ним пошли не только потомки Якова физически, за ним пошли все народы, которые понимали, что вокруг творится что-то не то, что не фараон является Господом на земле, которые понимали, что есть другая жизнь. И вот они потом нигде не отделяются от Израиля, они становятся неотъемлемой частью Израиля. Нам нужно быть такими маше, которые готовы выйти за стан. Слава Господу! Давайте помолимся, попросим у Господа Его водительство, Его мудрость, Его благословение. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы просим, чтобы ты нас учил и из этих книг тоже. Мы нуждаемся в твоем Слове, мы нуждаемся в правильном понимании, и мы просим, чтобы ты открывал нам разные грани твоего Слова. Мы просим, чтобы ты нам открывал разные грани твоей мудрости. Мы просим, чтобы ты работал в наших сердцах, чтобы ты на самом деле сделал нас частью своего великого плана по восстановлению взаимоотношений между Творцом и Творением. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам чувство нужности. Боже, мы нуждаемся в этом. Мы хотим быть нужными в Твоем доме. Мы хотим быть нужными в социуме, нужными Тебе. Мы просим, Боже, чтобы Ты утешил тех, кто сегодня находится в этом одиночестве. Выводи из одиночества. Делай нас теми священниками, которые готовы идти и выводить, которые готовы идти и приносить исцеление, целостность. Мы просим Тебя, Господь. Мы просим о Израиле, чтобы Ты поднимал Израиль, чтобы Ты делал Израиль на самом деле местом стыковки, местом взаимоотношений с Тобой. Дорогой Господь, просим Тебя, прости нас. Прости нас за те вещи, которые мы иногда допускаем в наших жизнях. Я прошу Тебя, Господь, прости нас и помоги нам быть лучше, объективно перед Тобой. Мы, мы нуждаемся в Тебе, мы сами по себе не можем исцелить никакие болячки, ни физические, ни тем более духовные. Но мы верим, что ни одна язва, ни одна зараза, ни одна мицара, ни какая другая болезнь не выше Твоего Слова. И мы просим Тебя, по милости Твоей, исцели нас, исцели наши тела, коснись и исцели наши тела. Исцели наши души, Боже, мы просим Тебя. Исцели ту боль, которую, может быть, мы когда-то испытали от социума. И помоги восстановиться. Исцели те раны, которые кто-то, может быть, наносил нам. Мы отдаем их в Твои руки потому что ты тот священник, который не только посмотрит, но посмотрит и исцелит. Мы признаем, Господь, что наши проблемы никто, никто не излечит, не исцелит, кроме Тебя. И мы отдаем их в Твои руки. В Твои руки, всемогущий Бог. В Твои руки, любящий Отец. Hallelujah. Господь, мы просим о восстановлении. Восстанавливай, Боже, восстанавливай скинию утраченную. В наших сердцах, в наших жизнях, в наших городах, в наших общинах. Боже, подними те общины, которые, возможно, стали закостенелыми, которые, возможно, из шатров Божьих превратились в дома культуры. Боже, я прошу Тебя, восстанови. Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе. Book of rama Isaac, and Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.